Как не попасть под влияние радикальных течений, а главное распознать псевдопроповедников? В Алматы рассказали сотрудникам Департамента госдоходов. Накануне с госслужащими встретились эксперты-психологи Министерства информации и общественного развития. Специалисты призвали молодых людей быть внимательными не только к друзьям и знакомым, но и к родным и близким. И незамедлительно сообщать, если стало известно о радикально настроенных людях. Эта лекция будет как раз направлена на профилактику, потому что здесь сидят люди более зрелого возраста, у которого есть родственники, у которого есть дети, для того, чтобы они уже были осведомлены, в каких ситуациях нужно все вести, особенно в тот момент, когда деструктивная религиозная организация через интернет, через социальные сети, либо где-то через личные контакты, через социальное окружение пытается привлечь в свои ряды адептов.